Друзья, всем привет! И вы на канале Профи Мама. И у нас сегодня будет супер-мега яркое видео. Будем делать наращивание разноцветных прядей. Всем привет! Мне задавали вопрос, как сделать яркие волосы, не повреждая их. И сегодня мы вам покажем безопасное наращивание радужных прядей. Для этой шедевральной прически нам понадобятся разноцветные пряди. Если вы хотите знать, где их можно приобрести, то пишите в комментариях. Зажимы, клипсы. Клипсы должны быть такие, которые будут подходить под цвет ваших волос. Например, мне подойдет темно-коричневый. Петелька, плоскогубцы и расчески. Техника выполнения креплений цветных прядей совсем не сложная. У нас есть подобное видео, где мы наращивали цветные перышки. Ссылочка будет в описании. Вначале мы отберем волосы на макушке и можно приступать к наращиванию. Нужно взять петлю, просунуть в петлю клипсу, мы выбрали светло-коричневую, и затем берем прядочку и прядочку просовываем в петлю, в такую дырочку, и вытаскиваем нашу клипсу через эту прядь. У нас остается клипса на пряди, и теперь можно просовывать туда нашу цветную прядь. Когда клипса у нас в прядке, можно уже вставлять цветную прядь и зажимать ее плоскогубцами. Итак, мы продолжаем наращивать пряди по всему пробору. Друзья, ну а у кого нету клипс, то у нас на канале есть видео, как нарастить цветные волосы без них. Ссылочка будет в описании. Закрепили цветные пряди. Теперь нам осталось распустить волосы и перемешать. Ну вот мы и создали новый цветной яркий образ. Он обязательно станет хитом этого сезона. Как тебе, Софийка? Да, ребята, мне очень нравится. Спасибо тебе большое, мамочка. У тебя всегда есть интересные, крутые идеи. Ну а вы, ребята, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки и комментируйте. Пока-пока. Мы вас очень сильно любим.